России уже давно. Кстати говоря, этот автомобиль имеет самое прямое отношение к республике Польша, ибо фирма Chevrolet 1936 года осуществляла сборку таких автомобилей и большими партиями. Но этот автомобиль выпущен не в Польше, он выпущен в Соединенных Штатах. Хочу сказать, что Яков Баранский, выступая вчера в соревнованиях. Не могу не сказать еще об этом автомобиле, что двигатель у этого «Шевроле» был настолько удачный, что выпускался практически без изменений до 2000 года, уже в другом исполнении. Поэтому меня, например, нисколько не удивляет, почему этот «Шевроле» занял вчера в гонке первое место. Итак, следующий участник номер 20. А пока подготовится.